Всем привет! Сегодня мы приехали в больницу, чтобы врачи заполнили справку для волейбола. Так как в школе я хочу после школы заниматься волейболом, и нужно подтверждение, что со мной все хорошо. И я бы хотела вам показать заодно больницу. Надеюсь, вам понравится. Чтобы всегда руки были чистые. Сейчас мы пришли в аптеку. Здесь мы получаем купон, чтобы когда нас будет вызвать. Итак, мы забрали наши лекарства по рецепту выписаны. И сейчас мы пойдем делать мне справку, и сейчас это вид сверху, с 4-го этажа. И вот здесь есть маски, если ты болеешь. Здесь есть салфетки, чтобы сморкаться. И после этого руки гелем обеззаразить. Так, я сейчас покажу вам, какой нам дали пакет заполнить. Здесь есть разные виды спорта, в котором мы можем участвовать в школьном году. Я выбрала девочки волейбол и девочки баскетбол. И здесь что будет заполнять доктор. И вот и все. И сейчас мы находимся в кабинете, как палата. Здесь вот такой вот стульчик. Тоже руки мыть. Салфетки, и уже здесь компьютер где заполняет информацию. Ну что, будем ждать доктора? В общем, нам подписали форму, сейчас должен подписать главный врач. И да, и я узнала, что я 1,60 м. Наконец-то расту, так сказать. Ладно, еще чуть-чуть потом поснимаем. В общем, мы записались как на волейбол, нам дали разрешение. И это все. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!